Всем привет! Привет, привет! Сегодня у нас суперкрылья. Сегодня у нас набор суперкрылья. Да, у нас оставшиеся герои, которые мы собрали уже всю коллекцию, да? Да. Новые герои, в общем, мы их не открывали, и сегодня будем открывать, смотреть. Давайте, давайте начнем с вас. Так, а вы знаете, кто? Да, знаю. Ну-ка, скажите так, мне. Это у нас Астра, это у нас Флип, это у нас Джиком, а это у нас Тот. Так, Астра, Флип, вы потом кто? Тот и этот. Ну, Тот, так, желтенький, да, у нас и... Джиком. Джиром. Давайте начнем. Все верно. Так, тогда давайте вот с этого. Давайте. Так, мы начнем с такого. Вот, это нужно. Так, убираем все лишнее. У него кепочка. Она все время снимается, видите? Да. Так, это у нас? Это у нас Флип. Это у нас Флип. Красный самолет, который много знает о спорте, да? Да. А он присоединился к суперкрыльям после того, как помог спасти Джета из Бермудского треугольника, да? Нифига себе. Вот такие вот дела. Так, короче, он, получается, я эту часть закрыл. Да? Или нет? Ух ты. Короче, он прилетает и сунется. И всех спасает. Вот такая у него очень модная кепочка. И такие. Да, у него, короче, вот смотрите, вот, у него такая вот кепочка. И еще вот у него вот такая вот штуковина, по-моему, двигается, да. Вот. Ага, Тимусика, чего хотел сказать? Такой люк у него. Я уже все знаю, как он их спас. Да? Сначала он так полетел, потом там он забыл. Не смог достать посылку. Упала моя, она забыла, короче. И он прилетел и спас, да? Да. Но смотрим. В общем, вот такой он в собранном состоянии самолета. Блин, кепка классная такая. Вот. Такие люки, у него дверки здесь такие. Вот, и когда он трансформируется, он в воздухе становится. Он в воздухе трансформируется. Это, наверное, так делается. Угу. И открываются ручки. Он сначала их спас, потом он присоединился. И вот так он трансформируется. Давайте следующего. Да. Ну, классненький, мне нравится. Следующий я. Следующий давай, выбирай. Какой мы хотим? Астра. Астра. Давай, Астра. Она живет в космосе. Она нас спасла от метеорита. Она вообще новая. Астра — это космический самолет. Да. Она прилетает из космоса на Землю, спасает всех. Она даже сама может посылки доставлять, она команда. Она тоже в команде и тоже может доставлять посылки. Но сразу видно, что это совсем другой самолетик, что это как космический дирижабль какой-то, то есть кругленький, такие крылья. И вот, я не знаю, обычно такие дирижабли на парашюте спускаются на Землю с космоса. Ну, похоже на яичко, это как прямо космический, космический спутник какой-то, да? Но это космический самолет. И вот так он трансформируется, выдвигаются ручки и ножки. И вот такая Астра. Она чем помогает? Она тоже может доставлять посылочки? Да, она тоже доставляет, она тоже посылает сначала. Она умеет плавать. Да? Ага, но она уже тоже в команде суперкрыльев. Да? Что? Ага. Следующий? Так, поехали. Так, следующий у нас это Тот. Посмотри, вот он уже маленький. Сейчас его выбираем. Ой. Так, вот, это у нас Тот, он копает. Получается... Это пульт тоже убираем. Да, тот да. У нас коричневый строительный самолет. Да, и у него вместо носа дрель.
Да, и он получается... Он строитель? Да, он под землей живет, в лесу. Под землей в лесу? Ага. Полетает такой... Ну, да, у него... Ну, этот... В общем, строитель он, да, у нас? Да. У него это дает. Он тебе очень полезен, там... Я помню, когда получается... А чем он помогает? Тут вспомните какой-нибудь, как он там помог кому-нибудь. Получается, он помог там, где запыление было, он, получается, потом закопался. А, все закопал? Ну-ка, давайте посмотрим. Ух ты, какой он. Вот такой он в состоянии самолета, в общем. У него каска, желтая каска. И такой нос дрели. Оно это... Как у тебя много. Да, и ножки такие же, и носик у него такой же. Как у Дани футболка. И вот так у него нос как-то двигается. Это лютый ты. Ага. Вот так он трансформируется. В воздухе. В воздухе. Обязательное правило в воздухе, да, Тимусь? И он вот так трансформируется. Так, наверное. И такой строитель в команде Суперкрыльев. Я, кажется, понял, как это работает. Знаешь как? Вот и получается, будет смотреть. Показываю. Он получается, когда летает, у него вот такая вот двигается, чтобы он лучше летал. А когда он трансформируется, он получается, она задвигается, вот так вот раздвигается эти, и он вот так вот вниз получается падает. Да, все верно. А, точно, они когда еще могут крутиться, да, когда приземляются? Да. Ну, прям супер крылья. Давай следующего. Кто у нас остался? Даня, подскажи, кто это? Это у нас идет этот, как он? А, это у нас Жером. Это Жером. Убираем. Он что чинит? Он чинит? Ага, он... Не-не, он ничего, он не чинит, он шпион. А Жером, это синий истребитель. Он считает, что... Он считает, что некоторые проблемы, с которыми сталкивается Джет, могут быть решены с помощью танцев. Это так? Да. Да? Да. Он вот так танцует. И думает, что он может выполнить миссии других суперкрыльев лучше, чем они могут сделать их сами. Да, он просто такая... Короче, он всех учит, что ли? Ну да, он просто говорит, я все смогу, я сейчас да? все сделаю. Ну, такой этот... Он танцует. И он любит танцевать, да? Да. А, вот так вот. Ну, он весельчак, значит? Угу. Ну-ка, дай-ка я его посмотрю. У него 10 молний нашло. Так. Вот такой вот Жером в таком собранном состоянии. Это истребитель, да? Молнии нарисованы. Вот так он делается. И вот так делаем крылья, двигаем ручки и падаем и делаем танцы. Ну-ка показываем, кто у нас здесь уже есть. Так, у нас есть Флип, есть Джиком, есть Тодд. Есть Астра. Да, и каждый из них, это они в новых сериях появились, они очень полезны. Полезны, конечно, они же помогают, спасают, поэтому они и суперкрылья, да? Что ж, ребята, наш ролик подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока.